Итак, доброе утро, друзья. Сегодня 9.08.2017 год, 6.02 утра, и я нахожусь на GMT. Я просто проснулся сегодня, в 6 утра приехал на съемку, мне в 6 утра никуда не надо было, у меня в 7 утра первая съемка. Короче, я вчера не перепил, это просто привычка в 6 утра просыпаться, а вчера вечером буквально уже люди не смогли сегодня на 6 утра прийти. Я вам хочу показать вот этот разрушенный мир GMT после ночи гулянок. Люди, кто-то просыпается уже и собирается идти на море. То есть там укладывают асфальт. Здравствуйте. Тоже не спится? 6 утра. Вообще огонь. Укладывают асфальт в 6 утра на GMT. Даже милиция не спит. Он ищет подснежники с утра. По Витязю уехал, там тоже... Ну, тут цепь повесили, заборы поставили, получается. Ой, я прилипаю к этому асфальту, его недавно, походу, положили. Мы сейчас пройдем на море, поглядим, что там, кто там, где там, что живое есть. На самом деле, очень интересно. И вот всю ночь мы вчера уезжали, начали ложить асфальт, и сейчас до сих пор еще продолжают. Одну полосу поменяли, посмотрим, как там будет дальше. Ух, 6 утра, люди. Ну, это как центральный проход, получается. Первый проезд, пересечение с улицей Песчаной и Виноградной здесь, то есть самая такая центральная улица. Мы всегда по ней ходим на море утром, утром в прямом эфире вечером. О, вообще красавчик, чувак, с бокалонкой пошел, наверное, ему вообще, чтобы не уснуть, либо тусу хочет продолжать, то есть как-то так. Это с ЖД вокзала, походу, приехали люди. Показываю просто. Жизнь только начинается. Кто-то уже пытается свитера продавать. Просто огонь. Надо попарли как-то в 6 утра прогуляться, показать весь тот мир, который происходит там. Я просто, работая в такси раньше, все это видел, наблюдал, как бурлит жизнь. Особенно даже очень не в 6, а, наверное, часиков в 5. 4:30. Так вот, сегодня я выезжаю из дома. Там кто-то спит на лавочке на остановке, там кто-то лежит. Девки, каждыми двум-трем девушкам, которые идут вдоль дороги. 6 утра, это улица Песчаная. Утро. Прям шумно, да, как-то. Вот мне привыкли все, что на море Юра приходит, там никого нету. Тишина, спокойствие. А вот он, центральный проезд. Юрец, который прется на море сквозь этот шум. Дикий уже, слушай, даже где-то музыка играет прям. С утра мне интересно, это из машины. А запахи. Уже где-то готовящейся еды. Это, понимаю, где-то в столовых. Надо будет, кстати, если где-то в 6 утра сейчас найду столовую, на обратном пути кого-нибудь там съесть. Все-таки я не хочу идти в столовую кушать. Не спи, солнышко, вот не спи, ладно. Так. Самое главное, наверное, все-таки улыбаться побольше с утра, чтобы люди тоже отдавали обратно позитивчик, потому что все какие-то даже, хоть идут вроде бы на море, ну, полусонные, что ли, можно так сказать. Все свои вот думы, дела, забытые. Ой, вообще. Я просто как-то не привык к такой движухе, тем более я там ехал вроде по Пионерскому, вроде тихо, все спокойно было. И тут думал, тоже пройдемся в такое полузаброшенное, разрушенное состояние. Нет ничего подобного. Люди вовсю уже подметали, вовсю открывают точки. Кто-то двигается по уже проторенным маршрутам. 100% люди идут впереди меня на пляж с полотенчиком окунуться, искупаться. То есть они не одни, он впереди еще. Это Виноградная улица. Туда, здесь влево мусорка перекрыла, я не стал показывать им. Зачем нам видеть с утра такие неприятности, как загружают мусор белый голубь. У меня тут у знакомого на GMT голуби есть. У меня, кстати, как-то раз встречал в эфире, когда мы шли мимо его дома. Ну, этого уже, наверное, никто даже не вспомнит. Не страшно. Как он, кстати, напишите, вчерашний эфир, кто гулял с нами до конца. Арбузик. И с кусочком от души. Вот кусочек от души арбузика мне лично зашел вообще просто. Ну, а тут кофе to go, из него тоже выметает мусор. Походу, она уже не едет, тут припаркована один раз, да. Там просто при всей возможности, видите,
все завалено коробками, особо никуда, наверное, не поедешь. Слышно со всех сторон шум метел. Ну, столовых рабочих нету, значит, Юра никуда не зайдет, ничего не съест. Не садись на пенек, говорит, не ешь пирожок. Это улица, я не помню, как называется. Не суть, не страшно. Я думаю, вы меня простите, неприятность это. Ой, как пахнет свежий хлебушек, а. Здесь какие-то акции. Маникюр-педикюр, о, акции на маникюр. Может пойти себе маникюр-педикюр сделать? 6 утра уже готовы там принимать. Сейчас пойду сяду, расслаблюсь. А. Или как мы вчера нашли аквапилинг, когда арбуз покупали, там очередь ночью стояла. В 11:30 ночи просто очередь на аквапилинг. Какое-то сверхпопулярное место было, походу, в Джимате. Магазины. Песочек, но самое главное, уже море близко. Прям совсем уже слышен его шум. Можно говорить тише, чтобы не спугнуть. Вот сразу любители металлоискателей ищут что-то, бабло. Ну что, море, здравствуй, это я. Да-да-да. И красота. Первые лучи солнца, видите, на пляже еще нету их, а вот на тех людях, которые там стоят, они начинают появляться. Леха говорил, море не очень, но море чистое. Прямо на центральном пляже, прямо на выходе. Так что все очень-очень хорошо. Душновато сейчас стало, слишком жарко днем. Море, ветер, точнее море, думает с берега. Я думаю, температура видно. No comments, 30 градусов тепла. Смотрите, сколько людей уже на пляжике отдыхает. Кто-то гуляет, купающихся в 6 утра на Джимате. Просто огонь, да? Рассказываю. Вот тут уже вот фотосессия идет. Люди покупались, кто-то, наверное, с утра только приехал. Так, ладно, можно закинуть лягушку, 7 минут мы уже потратили нашего драгоценнейшего утреннего времени. Думаю, шлепанцы меня никто не утащит, по крайней мере, надеюсь на это. Ой, водичка, водичка по температуре с перепадом 26, наверное, 25 градусов, по ощущениям. Все, я дальше вот этих волн зайти уже не могу, пускай плавает и замеряет. Вам предлагаю пока послушать и подивиться на все это чудо и прекрасность нашего Джиматинского моря. О, мои шлепанцы пытаются уплыть. Так, ладно, лягушку я вижу. И отсюда мы тогда с берега запустим для вас видео. Так что в 6 утра, по крайней мере на Джимате, сплю не только я. Джимате не спит тоже. Это радует. Это как бы людей, которые любят чистое, красивое море, гораздо больше тех, кто любит поспать. Кофе to go и погнали с собой по шум волн.
Ну и что, пойдем смотреть на лягушку, что она нам покажет. Шлепанцы поправил, теперь не точно не уплывут. У нас тут вообще с утра прям попрыгунь и красавица фотографируется. Ай-яй-яй-яй. А вот. Вот она, пришла лягушка. Короче, вы не поверите, я ошибся. Наверное, с утра не привык еще. А, все. Вытащим песочек из нее. Ну, в общем, смотрите сами. Так. Ах ты нет, 26 градусов. Не сильно я ошибся. Все, в принципе, хорошо. В общем, всем такое вот доброе утро с Джимате. От всех тех, кто не спит, от всех тех, кто пришел наслаждаться красивейшим морем, рассветом на море. Сегодня, видите, небольшие облачки на небе. Ну, это не страшно, это только красивее. Такая съемка в такой, как бы, погоде добавит только больше красок. А я поехал на свое любимое место ждать моих гостей на 7 утра, чтобы сделать для них самые-самые красивые фотографии на память об отдыхе в нашем поселке Витязева. Не забывайте также, записывайтесь на джипинг у Светика, помогайте ей, ну, как бы и мне, и ей, и мне. В общем, будем вам благодарны от души, что вы есть, нас уже больше 13 тысяч. Это же так хорошо и прекрасно. Самое главное, что все живые люди, ни одного человечка не накручено. Все наши подписчики, любимые. Ну, как бы вы в эфирах все видите, просмотры показывают, сколько человек нас смотрят. Это очень хорошо и ярко. Так что как-то так. В общем, всех обнимаю в это прекрасное, прекрасное утро. Желаю вам всего самого хорошего, позитивного. И только такого вечера, как бы, вся жизнь проходила в таком же ключе и настроении, как мы вчера погуляли вечером. То есть хорошая компания, Леха, тебе от души огромное спасибо. Светик правильно сказал, очень классный пацан, от души заходит все. Сегодня, я надеюсь, все получится. Мы увидимся у Александра Старостина в гостях. Проведем там еще вечером прямой эфирчик. И, может быть, еще будет кое-какое видео. Но если получится, если успеет. Потому что сегодня в планах одна еще поездочка. Так что, ну, в общем, ждите. Оставайтесь с нами. Все для вас, мои любимые. Все. Всем пока-пока. До завтра. В комментариях напишите. Может, у вас есть еще какие-то пожелания, что именно вы хотите. Если что-то интересное будет написано, попытаюсь выполнить в ближайшее время. Там гостевые дома, это мне интересно. Какие-то там пляжи, которые у меня уже отсняты, тоже. Может, есть прям что-то, что вам запомнилось из Витязева, там напишите. И мы попробуем повторить это для вас. Все. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И улыбайтесь пошире. Самое главное, улыбайтесь.